Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot. War! Начинаем запись. Вот. Пошла запись, да? Да. Все, запись голоса идет, запись в ОБС идет. Все, меня это очень радует. Надеюсь, что в этот раз не будет таких фейлов. Да, надеюсь. Узнать об этом спустя первый варпрум. Вообще не говорить. Так, я готов начать гонку. А ты готов? Я уже в этом. Я в первом уровне. Я думал, мы начали. Я возвращаюсь назад. Мы просто запись начали. Ничего. Так, возвращаюсь. Угу, я даже в центре. Так, теперь раз, два, три, поехали. Что ж, представимся еще раз, я выберу 31. Меня зовут Валюшан, запись мы начинаем уже второй раз. Да. Если потому... не третий. Я надеюсь, что она будет последняя. Да, вторая и последняя, потому что каждый залажал по-своему, да. У меня не записывался... У меня не записывалась игра, а у Валюшана, кажется, голос не записывался. Да. Вот. В общем-то, сегодня мы решили... устроить гоночку, кто пройдет третьего крэша быстрей, а собирая только кристаллы. Ноги мы не будем проходить, потому что мы не психопаты. Вот. Потому что здесь есть люди, которые ни разу, по-моему, не проходили на гемы. А, ты ее ни разу не проходил на гемы? Вообще нет. Ну, то есть финальную концовку я не видел. А-а-а. Серьезно. Ясно. Что ж, я прошел бонусную платформу, так сказать. Кристалл подобрал. И второй чекпоинт, и меня маску забрали. Ладно, чего бы нет. Так, вот так. Закончил первую локацию. Ты серьезно? Так, нафиг. Надо ускориться. Фига ты. Мощный. Все, тоже закончил. Еще начнется. Да, третий уровень еще начнется. Я думаю, что у меня минут 40 займет только мотоциклы, именно эти, которые во второй локации. Ну тут, в принципе, смотри. Тут ты можешь. Я знаю, что там есть как бы идеальная траектория, по которой можешь пройти. Но у меня постоянно с ней проблемы. Вот что в детстве были, что в переиздании, я не могу просто. Да. Ну смотри, а если то ты можешь играть уровни в любом порядке. Вот, если что. То есть ты можешь начать третий уровень сразу же. Чтобы вот, типа, да, сразу же убрать. С плохих уровней. А потом можешь первый начать. Я тебя в этом я тебя в этом, так сказать, не ограничиваю. Вот. А у Макбаша геймпад сломался, так что он отпал. Думал, втроем можно будет замутить. А вот. Нафиг. Ускорься. Спасибо. Так, второй чекпоинт. Я уже около конца. Я взорвался. Где именно? На втором чекпоинте. Ну, где-то с тобой рядом сейчас. А, когда спускался вниз, да? Да. Да, это, по-моему, меня тоже троллило. Два раза почти. Я второй раз взорвался. Так, начинается уже, я чувствую это. Так, вот, все, маску теперь на этот раз я взял нормально.
Вот, так что сейчас проблем мне не будет. Вот, все. Сейчас третий уровень начну. Хотя мне легче будет сначала пятый уровень закончить. Вот. Мне сейчас легче будет пятый уровень закончить, потому что... Не, он слишком... Ме. Я не хочу на нем страдать. Что ж, я проверяю записи, все пока что идет нормально. Без проблем. Масок нету, так что не задерживаемся. Ты в пятый пошел? Да, я в пятый пошел. Вот. Так, я не хочу маску потерять. Сейчас вообще тут маски лучше не терять. На протяжении всей гонки. Поинт, я думаю, лучше брать на третьем. Не хочу, как в тот раз. А, ты в тот раз даже чекпоинта не взял? Да. А, и об этом я очень сильно пожалел. Жестко. Так, вот это место, которое не мог пройти, вроде прошел. Жестко, жестко. Не, я как бы задерживаюсь на чекпоинта, потому что я знаю, что я не буду уверен в самого себя и где-то налажаю. Поэтому стараюсь не рисковать. Все, вот и пятый уровень закончил. Так, и тигренка я все-таки прошел сразу. О, нифига себе. Хорош. Так, а я начну сейчас тигренка. Вот. Кат-сцены. Я, пожалуй, по порядку пойду. Так, я лучше жизни тоже пособирал. Вот, теперь нормально прошелся. Нет! Это было сейчас слишком близко. Че, бомбу почти спавнул? Нет, я чуть не упал. На третьем уровне. А, на третьем. Фух. Все. Масочку пропустил, не хочу я за ней возвращаться. Так, вот и третий уровень. И остается у меня четвертый. Я где-то в его середине. Так, я не взял последний чекпоинт, и это может быть чревато. А я не взял чекпоинт тоже. Да. Я думал, я его пропустил, я думал, трицератопс его заденет, а вот. И задел. А он не задевает тогда. Да. Черт, и это сейчас может быть губительно для меня. Срочно нужен чекпоинт. Не, я прошел. Дайте чекпоинт, дайте. Во, все. Так. Нет, я лучше вернусь за маской. Потому что, в принципе, не так уж отстаю от нее. Вот. Вот думал, остановлюсь, чтобы маску взять, полегче будет. А нет, вот ее сразу же забрали от меня. Вот гады.
Вроде бы. Так, вроде все, бы... пятый левел начинаем. Вроде бы подкат на него сделал, а вот. Нет, иди нафиг. Не сработает. Твой Я потерял все маски. Сейчас будет жарко. У меня, по-моему, я еще ни одной маски не взял. Мне везет просто. Тихо. Нет, не отставай, пожалуйста. Он идет. Не! Я, кажется, у финиша прям сдох. Ладно. У меня есть время тебя догнать. Мне кажется, ты ли меня уже обогнал. Не уверен. Я где-то на 70% в пятом. Уходи! А может быть еще лучше мы синхронизируемся, так сказать. Нафиг. Нет! Произошло то, чего я сейчас боялся, понимаешь? Я в варпрум не прыгнул. Ага. Че, вот... Вот я этого именно боялся, когда в первый раз мы это дело записывали. Вот именно я этого боялся. Так, ну я вышел с пятого. О, ну все, теперь ты меня уже обгоняешь. Мне еще надо выйти с четвертого. Я надеюсь, что я тебе нормально буду. Во, слава богу. Все, вышел я из четвертого. Хорошо. Же. О, да. Говорил варпрум первый за 11 минут. А у меня сейчас будет варпрум первый за 12. Наверное. Ну, кстати, я иду по времени, по-моему, так же. Не знаю. Нафиг. Но это может быть из-за того, что ты начал запись раньше. Может быть, я не знаю. А, кстати, да, я же начал запись раньше. Я уже умудрился умереть. Вот. И, кстати, в детстве не знал, что можно львов убивать. Я знал, и я опять умер. Окей. Это очень губительно. Для меня... Так, давайте. Ты уже, походу, второй варпрум начал. У меня анимация. Ее тоже нельзя скипнуть. Я все еще не могу его завалить. Так. Сконцентрируйся. О боже, это фейспалм! Я уже 4 раза на первом боссе сдох. Это нормально? Не думаю. Так, я не помню вообще вот дальше именно по уровням ничего. По именно построению. Сейчас будет такой рандом. Ты-то недавно ее проходил, да? Да, недавно ее проходил. А. Но это ничего не решает. Вот видишь, я первого босса не могу нормально завалить. Вот. Это решает ровным счетом ничего. Нет! Произошло просто... Можно я первого босса нормально завалю? Так, ну я один раз сдох. Ой, пока я до тебя дойду! А, ну да, ты, в принципе, босс там полторы минуты, полторы, наверное. Нифига себе, их можно убить, прыгая на них тоже. А вот это я точно не знал. Они просто выбегают. На самом деле могли счетерить и встать вот в то место, где он не бьет, ну эти, где львы не достают. Они просто, знаешь, выбегают так, они меня зажимают, я не успел проделать атаку на них, и меня они убивают. Вот, ну теперь я прошел. Так, я потерял маску. А теперь ждать, пока он эту анимацию сделает. О.
сейчас должно произойти какое-то чудо, чтобы я тебя догнал. Нафиг, 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 нафиг. Я не очень хорошо ускоряюсь. Я не очень умею вот это проделывать. Тут, в принципе, не работает фишка со второго крыша. Вместо смерти нужно прыгать. Вот. А я думал, ты не знаешь эту тактику. Ошибаюсь. Так повезло. Меня почти пополам разрубили. Так, я закончил первый уровень здесь. А я его только начал. Вы издеваетесь. Ну что ж, начнем Hook Ride. Ой, сейчас будет. Зато около чекпоинта умер. Не так губительно. Так, я начал восьмой. Сразу с мотоциклов, да? Да-да-да. Чё, го, по-твоему, я тоже с них начну. Если я первый закончу. О, маска! Маска! Спасибо. Фух. Небольшое облегчение. Тут же, в принципе, если ехать по таймингу, то ничего страшного не будет. Да? Ну, да, в принципе. В принципе, оппоненты заскриптованы, да? Едут строго по своему пути. Так что, если в принципе знать, то можно легко его пройти. Ой, да спасибо. Я врезался на финише в бота. И улетел в обрыв. Я третий. Нет, нет, переспустись. А нельзя переспустить уже после финиша. Серьезно? Да, если значит, я тебя догнал, серьезно? Да, да. Серьезно. Просто минута полторы. Ну да, я потерял. Офигеть. Я же говорю, сейчас будет, это надолго. Лол, минута пол... ты за одно движение потерял минуту полторы, это очень жестко. Я не понимаю, я вроде во втором варпруме, почему этот уровень такой сложный, вот для меня кажется. А с последующими уровнями, вот этими, ты там заморачивался? Ну, нет. Мне кажется, они легче. Ну, кроме мотоциклов, конечно. Да я про мотоциклы сейчас говорил. На последующих мотоциклах там заморачивался тоже. Я помню вот этот вот залетающий тарелка. Я как-то один раз на нем был. Мне этого хватило. Причем я не понял, по-моему, это уже не в оригинале даже было. Отлично, потерял скорость. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Шутки на тебя, я пришел вторым. Так, я выиграл, да. Ты вернул свои полторы минут. Нормально, 1-1 считай. Да. Охренеть. Вот это прикол. Вот это прикол. Так, ладно, теперь, в принципе, без разницы в каком порядке, я их одинаково не помню. Вот это прикол. Так, ускорялки берем. Так, меня разрубили. Хорошо. Хорошо, начал. Нифига ты жесткий. Ты опять? Нет, не опять проиграл, но сейчас произошло что-то поистине жесткое. Я врезался в бота, и я прошел сквозь полицейскую машину. Так, у меня недоброе предчувствие.
Так, я второй раз сдох. Так, бот. Все, это гарантированно первое место, отстаньте. Наконец-то. У меня проблемы на... каком это, шестой уровень? Нет, арабский уровень? Да. А, шестой. Там, в принципе, если масок сохранить... Вот у меня их нету, и у меня их с начала игры нету. Хм. Их, в принципе, тоже нет. Так, это седьмой уровень. Тоже почему-то хотел сказать шестой. Ну, знаешь, да, у меня тоже, знаешь, я как-то мимо седьмого уровня. Я опять сдох, мы, скорее всего, ты меня сейчас обогнал. Но я сейчас его только начал. Я просто помню, ты не играл в геймбой версии? Нет. И вот у меня почему-то воспоминания об этом момент только с геймбоя. Вот. Потому что там это было еще жестче. Как-то аналогично. Ой! Знаешь, я вот все время, когда проходил третий крыш, вот все время я мимо седьмого уровня проходил. И на стриме это тоже произошло. Вот. У меня такое ощущение, что у меня сейчас жизнь кончится. Я не могу пройти это начало. Не, у меня 5, я уже чекпоинт прошел. У меня 6 осталось. Мне пока, в принципе, с 5 жизнями нормально. Ага, вот второй чекпоинт. Меня скорпион сбрасывает постоянно. Так, я его убил, чекпоинт. Ура. О, отлично. 6 жизней. А я к тому времени уже взял кристалл. Так. А, я уже почти у финиша. Это последний чекпоинт. Так, я второй чекпоинт взял. А, я тебя уже обгоняю. Я умер. Хорошо, что быстро умер. Быстрее вернулся на чекпоинт. Вот, все, это уже конец. Дайте. Так, взял кристалл. Беги, беги, беги. Все, завершил седьмой уровень. Ты знаешь, где я ошибся? Вот. Где? В последний момент. Ты чекпоинт взял? Нет. А-а-а. Ясно. Так, девятый уровень, да, точно. Я уже хотел восьмой обратно забежать. Так. Так. А жизни-то тем временем кончаются. Серьезно? Да. Шутки шутками, но не надо мне тут гейм-оверы делать. Тут надо собраться. Надо просто аккуратнее, я почему-то спешу. Это сейчас было опасно, но я это сделал. Это сейчас было опасно вдвойне, но я это сделал. Успею! Вот. Успею. Господи, это сейчас был... Это сейчас была какая-то паника. Откройся, молодец. Вот так. Ух ты, это было близко. Так, я прошел это... Я не знаю, как это назвать даже. Хэнгэм Хай. Подвесь повыше. Как в русской локализации. О, я уже у конца девятого уровня. Что? Пожалуй, я пойду в десятый. Вы серьезно? Я кобру убил, и она убила меня. Взаимно. Так, я почему-то на финише начинаю умирать. Это ненормально. Это тупая финишная прямая. Нафиг кобра пошла. Подожди, а если будет гейм овер, то что здесь? Тебя просто же выкинет в эту... варп и все. Тебя просто выкинет в варп и все. Но это все равно не надо мне тут гейм оверы делать. Да, это может потом плохо кончиться. Угу. Так, надо жизни набрать вот здесь. Здесь много. У меня две жизни, кстати, да. Вот десятый.
Так я не буду торопиться, вот, и все, все будет хорошо. А-а-а, вот что из себя представляет десятый. Хорошо. Так, у меня 8 жизней уже. Да, может быть тоже чуть поаккуратнее сыграю, понабираю жизни. Черт, жизнь не взял, ладно. Попробую и без них. Ну тут очень много жизни, у меня уже 10. Я только 2 взял. Так, пока что. Взял кристалл. А, тут кристалл на финише. Хотя бы я чекпоинт взял. Я не жалуюсь. Нафиг эти уведомления, пожалуйста. Close. Подождите, а что там за 9-й? Не помню. Этот, пирамиды. А. Все, кристалл взял. Можно идти отсюда нафиг. Все, сейчас босса буду валить. Я тут 9 вхожу. Второго босса вообще на изи сейчас завалить буду. Думал проскочу, и меня крокодил убил сразу же. А его можно этот сбить? Я и пытался. А-а-а. Нахер, я лучше подожду в этот раз. Так, не спешим. Все, я уже босса завалил. Меня макаки взорвали. Все, двойной прыжок получил. Третий варпрун начинаем. Масочка, ура! Ну, поздравляю с первой маской. Я ее сразу слил. О, динамит. Фуф. Не торт, я бы сказал. Тихо. Опа, вот эту жизнь я, пожалуй, возьму. Нет. Такие миллиметражи сейчас. Господи, фейспалм, так. Так, жизнь взял, все. И я взял жизнь и сразу же потерял ее. Так. Нафиг пошел. Так, я закончил второй варпрум. Идем к боссу. Такая где-то, наверное, в середине. В середине. Блин. В середине 11-го. Во. Нафиг. Во, где нам. А там же, по-моему, как-то взорвался. К нему можно запрыгнуть всегда, да? В смысле? Ну. Ты его проходишь как, по-честному? В смысле? По-моему, там же как-то можно запрыгнуть. А, ну да, нет, да. Я к нему, да, к нему можно запрыгнуть. Я так и сделал. Вот. Я просто не шарю еще. Ладно, буду проходить по этому, как надо. Ну, это сейчас немножко нечестно выходит, потому что я его прошел так. То есть, перепрыгивал эти кристаллы. Там просто, когда прыгаешь после подката, ты сразу должен сделать смерч, и он прыгает выше. Я знаю, да. И вот так к нему можно туда забраться. А так, там жизнь. Нет.
забрался. И умер? Да, он по мне попал этим. А-а-а. Так, не, я лучше время сэкономлю себе и буду проходить его как надо. У меня жизнь и так в недостатке, поэтому лучше возвращаться к ним. Потому что кто его знает, что тут будет. У меня даже масок нету, я сейчас чуть-чуть нервничаю. Фух. Все, с этим покончено. Так, 12 уровень, да? О, еще как! Еще как! Черт тебя подери! Самый мой нелюбимый уровень начался. Какой? 12-й, подводный. Который я не знаю как, но я прошел с первого раза на платину на стриме, ну великолепно прям. Ой-ой-ой-ой! Он прям по мне почти попал. Так, все, я его прошел. Нет! Бомба! Серьезно? Не весело. Окей, так. Вот тут сейчас надо быть поаккуратней. Если хочешь, чтобы его прошел ты нормально. Так, тут нужно идти влево, убить его и все, не париться. Во, фух, чекпоинт, слава богу. Не успел, ладно. Странным образом разрушаю ящики своих головой в этих подводных уровнях. Это странно. О, давай. Дай мне кристалл. Маски нету, и мне это немножко пугает. Так, у меня проблема, это какой у нас уровень? 11-й. Да. Две жизни я уже потерял. Да, я там опять тоже. Опять начинаю спешить, и у меня вот проблемы. Я тоже там три жизни потерял. Потому что эти рыбы очень бесят меня. Да. Их не перепрыгнуть, не обойти. Так, первый чекпоинт здесь взял. О, меня... Я прыгнул в лаву, меня сначала сожгло, и сработал триггер у этой. Лол. Тихо. Я думал, я проскочу под нитро, но это оказалось ложью. Так, я уже 5 жизней здесь слил. Воу, полегче. Так. Вот думал, взорву нитро ракеты, а нет, меня взрывная волна задела. Ну, круто. Это 12 уровень. Все еще барьер в 4 жизни я не перешагнул. Это 13 уровень. Это, кажется, нет, арабский. О-о-о-о! Вообще прикольный уровень. Прикольнее некуда. Нет, ну... Ладно, чё, подожду. Чигаси. Вот это тупое жба. Это тупое место, где он не может зацепиться нормально.
Мне интересно, я до четвертого варпрум дойду, когда ты игру закончишь? Не, давай уж догоняй. Нет! Зато кристалл взял. Ай, жизнь! Я сбил себе жизни. Ну, в смысле, это, крутанулся. Ясно. Три жизни. А, все, вернул жизнь обратно. Теперь надо бы не потерять ее. Господи, можно мне хотя бы две маски хоть раз за игру? Я бы тоже не отказался. Тихо. А на этом же уровне, да, секретный вход? По-моему. Нет. По-моему, на 11-м. Да, ей, да, на этом, только на желтом пути. А, то есть там надо еще и перед этим взять было? Да. Я понял. Так, ну я прошел. Нафиг иди. Так. Оп. Так, куда мне пойти? Все. О, мое любимое. Мотоцикл. Не, я больше страдал на ночном аэропорту. Ты можешь, в принципе, там отойти, там в магазин сходить, я, наверное, пойду его. Так, первая попытка пошла. Чё, я сейчас, кажется, тоже сейчас мотоцикл пойду. Да, мотоцикл. А здесь, по-моему, три уровня, да, с мотоциклами? Или два? Четыре. Не, ну я имею в виду именно основных. А, основных три? Так, первый раз слил. А, рестарта нет, что ли? Рестарта нет. Выходи, варпрум, начинай еще раз. Вот мотоцикл вот этот самый коварный. Завалишь один раз, потеряешь... А, в ремастере есть, кстати. Лол. По-моему, вот, есть. Вот тут завалишь один раз и все. Выходи в варпрум, заходи в уровень заново. Так, тут я знаю фишку. Вот так. И не вот так. Надо себе проходняк на ютубе включить, повторять этот уровень сейчас. А чё, давай. Нет, 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 нет. Сейчас я, наверное, сам сольюсь тут. Нет. О, меня бот выбил на дорогу. Ой, в канаву. Я на пятом месте, мне это не нравится. Как тут чуваки проходят на бусте вот всю карту? Ну, я-то тоже... Вот это место просто... Все, я, кажется, слил. Я сейчас... Правда, сольюсь. Меня опять выбили. А, меня респануло, я седьмой. А это, по-моему, конец. Я пока не очень помню, где тут конец, если честно. Тварь ты, машинная. Да, это уже, походу, конец. И я слил. Да, я слил. А, выходи в варпрум теперь. Сейчас, походу, оба тут застрянем. Давай. Так, ну я решил все-таки доехать до конца, протестировать. Более-менее запомнить, что надо делать. Да, и финиширую я пятым, да, я на финише обогнал. Пока что иду
Хорошо. Бот, бот прям специально передо мной вилял сейчас. Я не мог его объехать. Я в сторону, он в сторону. Да, вот это меня тоже бесит. Просто едешь сам для себя, он подставляет свою жопу прям к тебе. Нет! Так, тихо. Так. Да ладно. Это что я сейчас наделал? Нет! Оооо! Че, опять? Ну вот это сейчас было мощно. Я прям слил очень мощно. Я сейчас, наверное, приеду третьим. Ну, короче, можно считать, что это я уже слил. О, прям вообще сочно врезался. Меня бот выбил с рампы, и я в канаву упал. Да, это уже точно рестарт. Че ты там говорил, ты застряешь на этом уровне? Че-то в оба на нем застряли. Я, по-моему, КТР быстрее сейчас пройду. Целиком. Да, я бы за 40 минут уже бы КТР прошел, действительно. Да. Так, я засекаю время, сколько я этот уровень прохожу, уже 5 минут. Ой, я не засекаю, честно говоря. У меня просто удобно, если таймер спустил снизу сулы. Чё здесь нет оружия? Не знаю, я взорвал их. Базука бы... только они меня. Базука бы тут стала, да, самой полезной. Просто расстрелял их на старте прям и поехал спокойно. Ага. Не паешься совсем. Так, мне это уже не нравится. О, в этот раз мне боты дали пролететь. Посмотрим, дадут ли мне боты пролететь нормально. Но у тебя уровень в запасе, по-моему, да? Но... Да! Ой, я одного обогнал в воздухе. Четвертое место, давай. Тоже четвертое. Я опять не тут залажал. Опять этот ненормальный трюк проделал. Так. Тормози! Тихо. Вот сейчас... Тихо, я под ботом сейчас проехался. Окей. Так, второй. Это далеко еще не финиш, и я этому рад. Так, дай мне проехать. Спасибо. Так, тормози. Все, кажется, я... Меня бот скинул в канаву! Я прошел. Оо. За что просто, за что? Сейчас. Почему именно третий? Пятнадцатый. Интересно, я допройду когда-то босс, наверное, он пройдешь. Ладно, надо собраться. Так, вот это мне сейчас будет жопу подставлять, надо от него сразу уехать. Вот. Так. Ой, нет, нафиг уберите это. Вот мне кажется, вот если ты просто запнулся в одном месте, сразу можно рестартить. Так, воспользуемся окружающей средой и перепрыгнем этих пацанов. Ой, я в полете одного обогнал. Нормально. Я тоже. Я в полете под кем-то проехал. Там в полете под ботом проехал, и он меня как-то не скинул. Дай проехать! Да, он дал. Нормально. Третий. Давай, давай. Я там тоже за тебя болею.
потому что я сам застрял на этом уровне. Что? А вот это сейчас вообще максимально прикольно. Я мимо мага прошел, да? А этот снаряд полетел в меня все равно. И в итоге убил меня. Так, я второй. Пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу больше. Давай, давай, не перемудри. Так, я вписался в второго. Ой, в первого. А вот это было сочно. Я прошел, да? Да! Хорош. Хорош. Медаль мне, пожалуйста. Реликт лучше. Можно реликт. Да. Все, теперь третий варпрум добивать буду. Так, я в водный пошел. Вот сижу ты, да, в отсады. И скопал я. Так, я хотел сбить динамит, но динамит сбил меня. Кек. А теперь я подорвался еще на бомбе, спасибо. Так. Что ж такое? Есть чекпоинт. Зря я это сделал. Так, я, пожалуй, подожду, что я боюсь так идти. Вот. Я не боюсь идти. Черт, одна жизнь осталась, кстати. У меня 6. Нифига ты. Тебе норм. Ой, я вроде совладал с мотоциклом, с этим водным. Хорош. Так, здесь мина. Ой, меня сожрала змея. Это подводная. Я не могу дойти до первого чекпоинта. А динамит опять взорвал мне водный байк. Лол. Хорошо. Четыре жизни осталось. Тихо. Да что у них за радиус действия у динамита? Я еще просто в километре качусь к нему, он меня подрывает. Лол. А можно чекпоинт, пожалуйста? Пожалуйста, вот чекпоинт, ура. А-а-а, ладно. Хорошо, чекпоинт был здесь, стой! Так, у меня 2 жизни осталось. Одна. Ноль. Серьезно? Да. Что-то у меня вообще прям. Я думал, что легкий. О, водно я пройду с легкостью вообще. О, мне жизнь дали. Так, одна жизнь есть. Можно здесь тоже жизнь? Нет. Я чекпоинт пропустил, это сейчас будет губительно.
но пофиг. Так, ладно, у меня вроде как игра расщедрилась на жизни. Я взял чекпоинт еще один. Мне это особо не помогло, я сразу же сдох. Че, серьезно? Так, кристалл. Ой, еще одна жизнь. Спасибо, игра. Спасибо. Во. Это теперь получше. Так. Так, а куда мне идти? Надо по яблочкам, да, же вверх? Я не помню. Да, по яблочкам вверх. Да если направо пойдешь, там. Я знаю, да. Ну, там просто стена тебе будет встречать. Ой, она. Я думаю, самое время начать собирать фрукты, чтобы жизни набить. Ой, а тут у меня не проработано. Я никогда тут не прорабатывал тактику, как пройти быстрее этот уровень. Да, я прошел! Вроде третий, он должен быть самый легкий. Фига себе, у нас ураган. Тут серьезно ураган, что ли? Блин, у нас серьезно ураган. Снег? Валит или что? Нет, у нас конкретно ураган. Ты че, у нас плюс 20. Че? Зимой? Да, зимой плюс 20. Представь себе. У меня в Москве уже третьи сутки валит снег без перерыва. А у нас плюс 20, и я ожидал, что из-за этого пойдет очень сильный ветер. Типа штормовое предупреждение? Хрен его знает. Может быть, сейчас шторм будет. Ну, типа, знаешь, это у нас так происходит. Если очень жарко, а, в принципе, вот такие холодные сезоны, то да, это можно считать как штормовое предупреждение. Ну, это нормально, пиздец. Мы же около моря живем, поэтому... Вот, а море... В принципе, его холодный ветер приносит с собой. И вот. А пока что мы начали... Какой это уровень, кстати? 18 уровень. Ты еще до энтропии не дошел. Я энтропию прошел. Мне еще до него 2 уровня, по-моему. Я уже... Два уровня следующего варпрума прошел, вот. Ты где-то на варпрум впереди тогда. Нормально. Нормально. Так. Вот это сейчас очень неприятный уровень. На водном скутере. Нафиг. Ой, нет, это я зря сделал. Так, ну 15 мне дал с легкостью. Ой, это еще один арабский, да, у меня сейчас будет 13. Да. Ладно.
надеюсь, что больших проблем с ним не будет. Ну, если ты не проходишь на реликт. Я так и знал, что тут... На самом деле, очень-очень-очень прям сложно играть после ремастера. Почему? Не знаю. Вроде бы все такое знакомое, при этом вот ты не понимаешь почему-то физику. А, ну, да, это... Да, понятно. Я тоже вот когда впервые начал ремастер играть, будто все в другой игре ощущал за физики. Да. То есть скольжение не то. Я до сих пор, кстати, не могу пройти в ремастере первую часть. Я просто... Причем я вот на оригинальном PlayStation я пройду с легкостью. Это опять же из-за прыжков. Да. Что у меня на мосту было, это просто... Я вроде и по тени ориентируюсь, то есть, и все равно не получается. Да, много там людей. Я помню, какой-то стрим смотрел, там чувак проходил мост второй, первый, 6 часов. Русский. Лол. Прикольно. Так, яблочки, давайте. Почему бы нет и не собрать 95? И сразу же потерять жизнь. После того, как собрал яблоки. Прикольно. Я уж, ты знаешь, думаю забегать в бонус уровни. Так, ну я вроде аккуратненько иду, у меня получается. А я пишу, и у меня не получается. Черт, я до одной жизни уже дошел. Хреново. У меня 3, я накопил. А я вот не обращаю внимания на жизни. И теряю их часто. Во. Я взял 4-ю жизнь, и у меня в момент, когда вот анимация проходила, типа жизнь летит, я сдох. Ты прям сейчас меня повторил. А-а-а. Прикольно. А ковер самолет можно побыстрее, пожалуйста? Прикольно вдвойне. Так, в этот раз я, пожалуй, не буду сбивать. А вот он был тоже прикольно. Прикольный уровень. Дала! Это гейм овер. Серьезно? Да. И где я чутьюсь? Окей. В принципе, обратно на то же самое место. 19 уровень. Прикольно, зато 4 жизни обратно вернулись. Нет, знаешь, я вот вообще прям сейчас не спешу, я, по-моему, быстрее намного начал идти. А я спешу. Куда ты улетел, стой. Я помню, как-то в детстве, мне, наверное, лет, наверное, 8 было, я был у бабушки, у меня с собой был PlayStation. На тот момент я еще не проходил третьего никогда. Я прошел третий варп-рум, и я понимал, что сейчас будет босс, которого я никогда до этого не видел, да? У меня проходит мимо бабушка и случайно задевает адаптер от первого PlayStation, PlayStation вырубается. Соответственно, никакого сейва, ничего не было. Больше я не проходил, по-моему, в детстве его. То есть я уже проходил, наверное, мне, наверное, лет 15 было. Печально. Я только что понял, что в боссе Энтропи ост как в Крашбаше. Ну, точнее, наоборот, в Крашбаше взяли... Ну да. Да. Но все равно схоже.
Хотя не понял, почему тут был энтропи в эмболизме. Так. Один раз я от него уже получил, хорошо. Так, можно мне яблоко, пожалуйста? Значит, а как от сфер улетать? Перепрыгивай их, у тебя же двойной прыжок есть. А, у меня двойной прыжок есть! Вот в чем проблема-то была до этого! А ты что, вообще не пользуешься? Да, я вообще не пользовался, и у меня... Всё, у меня game over получил. 1-1. Это на самом деле хорошо на боссе. Странно, что ты еще. Ты не знал, что ты, у тебя твой напряжок есть. Ок. Я забыл про него вообще. Бывает. Так, не надо сейчас тупить. Потому что у меня две жизни. А, нет, да, две жизни. Во, фух, слава богу. А, он какие-то сферы пускает понизу? Ой, поверху? Да. Сначала понизу, потом поверху. Потом понизу, потом поверху. Вот в таком. Такой последовательности. О-о-о-о, началась... Вот сейчас начался так, жесткий у него тайминг. У него последняя жизнь. Начался жесткий тайминг. Или же 20 уровень. Это на платину проходить, это просто какое-то извращение. Серьёзно, я получил game over. Но как я это получил? Я пал сквозь платформу. Еее! Прям вообще клёво. Так, я прошел в энтропе. Все, да, а что он тебе дает, я не помню. А, да, я понял. Так. Где вода закончилась? Ладно, хуй. Что за час три варпу? Неплохо. Ой, да ты издеваешься. Не клёво. Подожди, это здесь босс, где надо бросаться фруктами в него, да? Да. В Android, в этого... Engine. Только ты его на космолете убиваешь. Вот. А, это во втором ты его бросаешься. Окей, я начал тупить на 20 уровне. Это мне немного не устраивает. На 20? Да. Так. Я на каком? Ты сейчас на 16, кажется. Да. Я сейчас опять получу game over на 20 уровне. Так, сосуду не так. Оо, вы серьезно? Да. Я не хочу застревать на 20 уровне. Я 20 уровень знал наизусть в свое время. Из-за платинового реликта. Я вот сейчас не хочу. Это мне так приходилось учить вторую часть, когда я на реликт ее на этом проходил. Я сейчас реально расстроюсь, если я на 20 уровне застряну. Так, у меня 5 жизней. Спасибо, игра. Так, это, наверное, походу из-за того, что у меня нету быстрого бега, и поэтому я туплю. Хорошо. Хорошо, вызов принят. Будем аккуратно проходить. Я сказал аккуратно проходить. Что? Меня прибила платформа, я не сдох от нее как-то. Какая платформа? А, ну, которая падает с этого. Ну, как это, куб или как тебе это назвать? В пирамиде. Да, бывает. Я как-то проскользил, она по мне ударила, я видел это. Но мне при этом не зачлось ничего. Может, неправильный рендеринг?
Зато меня мумия убила. Может, неправильный рендеринг, кто его знает. Так, я маску потерял, которую только что заработал. У меня до сих пор, кстати, не было за игру две маски. Так, я не хочу сейчас чекпоинт терять. Пожалуйста! Лол, мумия упал в яму, что? Да, бывает. А, я упал за ней. Не надо было ее добивать. Че ты? Нет, я подошел, чтобы прыгнуть поближе, думаю, прыгнул. Окей. Окей, ладно, все, я не буду торопиться, потому что у меня ноль жизни, я не хочу вообще этот уровень заново. Все, я расстроил. Я расстроился. Потому что, наверное, у меня нету ускорения, и может быть поэтому. Все, не тороплюсь. Иду только так. А теперь меня раздавило в этой же ситуации. Раздавило? Да. Опять начинаем с этого места. Здесь хотя бы яблок много, собираешь потихоньку. Я опять гейм овер. Черт. Так. У тебя времени много, ты можешь говорить там. Нет, меня расстраивает то, что я на 20-м уровне туплю. Я мог затупить на любом. Но почему-то на 20-м. Прям вообще топ. Хорошо. Это очень странный крэш. Что с тобой творится, я пока не очень догоняю. Пожалуйста, не убивай меня в этот раз. Господи, мне сейчас... Да! Я обезьянок пробежал, она уже почти меня кинула. Мне сейчас тоже чертовски повезло. А вот нет, давай я возьму эту маску. Давай я возьму эту маску, потому что почему бы и нет. Так. А чё надо делать в полете? А, сбивать эти, я понял. Господи. Пофиг. У меня почему-то полетный уровень ассоциируется за Wrath of Cortex только. А, да, я его недавно начал проходить, кстати. Наверное, я там застрял на втором боссе. Я его до сих пор не могу пройти, я не смог его пройти на втором PlayStation, я не смог его пройти на Xbox. Ну, я никогда не проходил за Wrath of Cortex, поэтому я пока не знаю, о каком боссе речь. Ну, может быть, пойму. Ну, вторая маска, короче, да. Там, в принципе, второй варпрум. А. Ну, в принципе, я недалеко от него, значит. Все, слава богу. Теперь валим босса. О. Так, лед не завершили. Давай, встретимся. Подожди, а еще же будет еще один мотоцикл, да? Да. А они в каком? Вот здесь у меня сейчас? Или нет, они в последнем? В последнем. Так, да, я, да, пожалуй, для себя их оставлю в последний момент. Ок. Оттяну удовольствие, так сказать. Может, ты в этот момент игру завершишь? Мне не придется мучить себя. Давай, я на тебя рассчитываю.
Ну, я только на четвертом боссе. Вот. Я где-то на два уровня отстаю, значит. Ух, отлично, я дамагу получил. По-моему, ты мне подсунул какую-то испорченную версию этой игры, где хоть одна маска. Что? Где маски, ой, маски, да. Где хоть одна маска? Не знаю, это европейская версия. Так, ладно, вот эти я уровни, по крайней мере, недавно проходил, да, и сразу же сдох. О, маска! Спасибо. Так, у меня здоровье на критическом уровне, так что сконцентрировались. Я забываю, что у меня двойной прыжок. У тебя двойной прыжок с кручением, так что... Да. Вот. Тебе это будет очень полезно. Так, нафиг. О, все, завалил босса. Мне маски хватает тут прям до первого препятствия. То же самое, знаешь? Странно, меня динамит не взорвал. Я уже ждал. Бывает. Вот тварь. Окей. Серьезно, он меня даже до туда достал? А вот это странно. Так, у меня тем временем осталось 2 жизни опять. А у меня тем временем осталось опять 0 жизни. Зачем-то я начал крутиться над динамитом. У меня осталась одна. Бесполезный чекпоинт. Так, я думаю, самое время начать юзать двойной прыжок все-таки. Спокойно. Я опять на нем сдох! Серьезно! На ком? Я на одном и том же баднике дохну. А я получил еще один гейм-овер! Черт! У меня одна жизнь осталась, я к этому близок. Ну, я, кажется, получил больше гейм-овера, чем ты. Ну, не кажется, а точно получил больше, чем ты. В прошлый раз игра щедрилась на этими, как его, жизнями, когда у меня жизни было 0. Сейчас почему-то такое не происходит. Не знаю, может это фишка европейской версии. Game over. Я в конце был.
Черт, жалко. Так, ладно. Пожалуй, пойдем в другую локацию. Опять ноль жизней, да вы издеваетесь. Так. Дайте яблок. Вот тварь. Интересно, только в российском комьюнити вумпа-фрукты называют яблоками. В принципе, аналогично, как и краш лисой. Лисой? Не знаю, никогда его лисой не называл. Не-не-не, я вот это время помню очень хорошо. Никто не знал вообще, что это какой-то не лисенок, да, какой-то отдельный другой зверек. Ну да, в принципе, можно было его спутать с лисой, но... Я не был уверен насчет этого. А по-моему, даже на этих, как его, на пиратских версиях, которые с переводом были, именно на коробках в описании писали, что это именно лисенок. Так. Нафиг. Один гейм овер. Вот думаю, вот думал, давай подожду, чтобы он прошел, да, и меня тот же самый противник убивает. Так, не дело как-то, не дело. Стой, запрыгни! Сейчас я опять в начале самого уровня потрачу все жизни. Так, в чем дело? О, мне даже игра маску дала, ну спасибо. Ага. Она сейчас отберет сразу. Опять с нуль жизни начинаю игру. Ну, вообще прикольно. Игра надо мной жалилась, по-моему, я их точно начал легко проходить. А надо мной игра уже издеваться начала. Ой, да пошел ты. Стой на месте! Зачем я прыгнул? Что у тебя там произошло? Я на том вейдере в самом конце сдох. Мне надо было просто стоять, ждать, пока вода опустится, я зачем-то прыгнул. Оу. Да, у меня тоже такая проблема в этом уровне была. Из-за чего я получил очень много геймоверов. Я типа не ждал и сразу же спешил, да. Пока вода сверху, можно стоять. Я уже вижу конец уровня, пожалуйста, сейчас не надо. О, нет, вот сейчас вот мне тоже, пожалуйста, не надо. Опять ноль жизней. Чертовски близко. Я не помню, что я не прошел. А, вот. Водный мотоцикл. Опа, так, может быть, яблоки будут. Я уже даже забываю скипать заставки. Так, я сейчас буду немножко поаккуратнее играть и собирать ящики. Потому что мне нужны яблоки. Нафиг иди.
Да ладно, это уже почти конец. Так, я вот этот уровень вообще не помню. А ты, тварь, умри. Фух! Все, нафиг, это 20 уровень. То 21, то есть. А! А я не помню, тут реликт не спрятан случайно? В смысле? На втором водном мотоцикле он по дороге где-то или он где-то сбоку? Он по дороге, кристалл. Он не спрятан нигде. Стой, стой, чепончик. Он там где-то на середине. Сейчас пропущу. Все это последние мотоциклы. И слава богу, что не потерял скорости. Ай, акула, акула, не надо. Так, вот он. Ой, чекпоинт, хорошо. Черт, не взял буст, ну ладно. Я прям подъехал к бомбе, вот просто замедленно так, и подорвался на ней. У меня бывало так, знаешь. Думал, давай не буду помедленно. Просто дай газу, уйди в сторону. Да. Все, она меня не тронула никак. О, господи. Пусть это будет не финиш. Пожалуйста. Так аккуратненько прохожу. О, жизнь. О, это финиш, ура! Это тоже финиш, ура! Все, мотоцикл с первого раза прошел. Хоть и немножко не так, как планировалось. Так, а что мне осталось? А, Future Frenzy. Фух. Уровня у меня осталось. У меня последний в четвертой локации. А. Который я зафейлил в прошлый раз. Я не стал проходить. Ну вот. А еще я не помню следующего босса, в принципе, как его проходить, так что мы еще время потеряем. А я Game Over заслужил еще один. Ну, нажмись. Спасибо. Чёртов ураган не останавливается, он все еще блещет. У вас просто порывы ветра сильные? Да, сильные. Походу, да, сейчас на море шторм. Как бы я хотел рядом с морем жить. Это осенью не торт, я бы тебе сказал. Около моря жить. Ты в Москве поживи круглый год. Поймешь. Черт. Ладно. Фух. А, либо я сдох бы от динамита, либо я сдох от бота. Класс. Блин,
Значит, у меня лифт не сработал, я подвинулся, он сработал. Воу! Парень, ты немножко жесткий. Ух, это было близко. Почему я до них не допрыгиваю? Что с ним не так? Да чего? А, ну, которые сверху летают во Future Frenzy. А-а-а. Во, я на 21 уровне, вот именно из-за этих вот на НЛО-шты летали сверху. Да-да-да. Я на них не мог никак вообще запрыгнуть на протяжении всего прохождения. Из-за этого я кучу гейм-овера заслужил. Ба. Лифт срабатывает, пожалуйста. 24 уровень. Кстати, я знаю единственный уровень, где я получу 3 маски. Это последний уровень. Я даже не помню, что там. Ночной уровень. Который. А, все. Это единственный уровень, где ты получаешь 3 маски. Подожди, ты прошел третий мотоцикл уже? Да, я на старых самолетах. Вот, я почти заканчиваю, да. Нафиг. А! Буквально 10 минут уже осталось. Не знаю, хрен его знает. Магазин это святое. Да, магазин это святое, под ураган. А, под ураган, да-да-да. Мама, это онлайн игра? Нафиг. Тихо. Бесит меня эти самолеты. А, у меня нет жизни, я не знаю, что будет дальше. Да, я прошел! Ура! Ура! Так, последний самолет у меня. Ну, по крайней мере, разрыв не в варпрум уже, это хорошо для меня. Хотя не факт, если я сейчас босса быстро пройду. О, вот этот уровень я взял, и остается у меня последний уровень. Так, как стрелять? Как стрелять? Почему он по мне попадает, я по нему нет? Помогите. А, тут же инверсия, надо выключить. На инверсии не можешь играть? Да. Я не помню, как. Я думал, я один такой. Подожди, вибрация, язык, а где выключить инверсию? В управлении, может быть? Или там нету настроек? Нету. Лол. Так, но я не прошел его уже, у меня 2 хп осталось. Во втором крышит можно сделать на джетпаке. Да. Походу нет, хотят, чтобы был full experience. Мне не нравится то, что у меня 2 хп, а я им даже одну жизнь еще не снес. Лол. Все, у меня нету жизни. Так. А, у меня еще и гейм овер. Вот хорошо. Так, теперь я, по крайней мере, знаю управление. Хорошо. Mm-hmm. Я думаю, что игра пойдет полегче.
Вот и последний уровень я и прошел. Теперь что? Остается последний босс. Он что? Меня снес просто! Чем? Не, я на в ремастере прошел сразу. Лол. В чем проблема? Там, знаешь, в управлении странно очень, знаешь, ты типа поворачиваешь, он все равно возвращается на это. Типа, причем. Не, на самом деле просто камера сзади летает постоянно. И она меняет свое положение, у тебя от этого положения меняется управление. Ага, да, бывает. Ты можешь открывать свой лють, в который я хочу, я буду стрелять, пожалуйста. 4 хп осталось. Так, я думаю, это будет весело. Вот ты тварь. Так я ему одну руку снес, ура! Не отвечаю, этот босс в ремастере какой-то очень легкий, мне кажется. Ясно. Ну, пожалуйста. Зря я это сделал. Так. Все, надо уже нормально закончить его. Не парись. Надо мне вторую руку ему снести. Ой, я ему снес плечо одно. Так, взорвитесь. Я пройду к нему. Так, минус вторая рука. А, он же сейчас трансформируется, да, вроде? Да. А у меня 26 хп. По-моему, у меня проблемы. Не надо, не трогай меня! Ты чё так жестко кидаешь-то эти мины? Вот и все. Все? Да. Я так и не прошел босса. Серьезно? Не, я хочу допройти. Я должен пройти. Это дело принципа. Так. Оп, с чем-то. Так, в общем-то, час, полтора. Хах. В общем-то. Ну где-то ты на час, наверное, меня обогнал. Судя, потому что у меня сейчас на экране происходит еще. Ладно, так что давай, чтобы ты не мучился, просто прикроем. Можно. Думаю, можно. Да, я тогда выйду в варпрум.
Что ж, в принципе, нормально. Я доволен результатом, я смог пройти за полтора часа. Да, ну в больше, чем за предыдущие 15 лет. Так что все нормально. Ну, в принципе, знаешь, каждый мог потренироваться чуть больше. В принципе, мог пройти получше. Так что буду ждать твоей записи, чтобы уже склеить в одно большое видео. А пока это что. Это останавливаю запись? Да, да.